Вчера вечером железный человек Володя Дегтярев бросил мне вызов. Я должен был в течение 24 часов облиться ледяной водой или перечислить деньги в фонд таблеточки. У меня есть традиция. Каждое утро я готовлю кофе. Сегодня это великолепная Эфиопия Ергачев. Доброе утро, друзья! Я передаю эстафету Александру Мусатову из Трубургер-бара. Передаю эстафету Володе Задираке из Ван Лав из Пресс-бара и Юрку Филюку из великолепной фабрики во Франковске. Слово за вами, друзья!